Всем приветики, всем замечательных и прекрасных выходных, хорошей погодки. Не знаю, как у нас погодка, конечно, не очень. Прям дождик зарядил, я так думаю, надолго. Вчера у меня было прекрасное такое событие. Наконец-то я дождалась этого зубика, мне его восстановили. Спасибо всем тем, кто мне помог. Огромное-огромное вам спасибо. От чистого сердца. Хотела сказать, кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Не забывайте, присылайте также свои прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Едет мужик на машине, смотрит, женщина стоит с канистрами, остановился, посадил ее. Едут они, значит, он так через 5 минут на канистру смотрит и говорит: «Ха! Пиво, что ли?» «Да нет». «Ха, самогонка, что ли?» «Да нет». «А что тогда? Бензин?» «Ха, так, а зачем он тебе?» «Да знаю я вас, мужиков, до первого лесочка довезете, так у вас сразу бензин заканчивается».